Белгородская Староскольская епархия подготовили для Староскольского ковидного госпиталя еще одну партию дорогостоящего лекарственного препарата. Антибиотик Дорипинем главному врачу Староскольской окружной больницы святителя Луки Крымского Светлане Немцевой в торжественной обстановке передал благочинный Александра Невского собора протоиерей Александр Короткий. Церковь всегда стояла плечом к плечу вместе со своим народом, помогая в те или иные смутные времена. И сейчас, зная, что есть определенная нехватка в ряде медикаментов, Белгородская митрополия вместе с людьми, кто очень живо переживает все эти события, закупила ряд позиций медикаментов, которые передает в те госпитали, которые борются с этим недугом, COVID-19. Владыка митрополит благословил призвать нас благословение в вашем нелегком труде, потому что это высокий подвиг. Дорипинем – это антибиотик последнего поколения, который действует на суперинфекции. К Дорипинему у нас стационаре не было, потому что он крайне дорогой. И вот эта маленькая коробочка, но я считаю, что это спасенные как минимум 10 жизней.